Таким дружным составом жители Щелково пришли на берег ручья Поныри, чтобы принять участие во всероссийской акции «Вода России». Акция проходит в нашем округе уже четвертый год, и каждый раз на водных объектах неизменно собирает немалое число желающих привести территории города, в котором живут, в порядок. Июньскую акцию приурочили ко дню эколога, который празднуется 5 июня. Очень символично и правильно. И очень радостно, что именно молодое поколение, дети, присутствуют здесь, потому что это очень важно, чтобы они понимали, насколько это сложно собирать мусор, который здесь оставлен вдоль берегов, и чтобы собственными глазами видели, к чему это приводит. А приводит это к печальной картине. Вот столько мусора юный участник акции собрал за первые 10 минут. А как вам такой результат рыбалки? От крупного бытового мусора кто-то решает избавиться, бросив его в ручей. Любовь Ивановна, коренная жительница Щелково, и не смогла пропустить такого события. Что нашли? Ну-ка, рассказывайте. Нашли и бутылки всякие, да, из-под и окурки, и из-под пива, и разный мусор. Вся эта территория, это территория моего детства. Каждый кустик в саду, каждое дерево. Поэтому очень приятно наводить порядок на своей малой родине. А жительница поселка Фрянова Ольга проделала большой путь, чтобы принять участие в акции и исполнить мечту детства. Давно созрела мечта, когда я жила вот в этом доме на Пустовской 20, что ручей Поныри нуждается в очистке, поскольку он очень-очень грязный, хотя вода в нем довольно-таки прозрачная и чистая. Вот сейчас я присоединяюсь к этой акции вместе со своими уже детьми. Они мне будут помогать. Здорово, что такую акцию организовали. Благодарю. Моя мечта исполнена. Еще одна. Не остались в стороне от акции предприятия нашего городского округа. Всего в акции приняло участие около 40 человек. На участке от Ледового дворца до Пролетарского проспекта общими усилиями удалось собрать более 30 мешков мусора, 7 шин и даже тележку из магазина. Уборка берегов водных объектов в округе продолжится. Остается лишь напомнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Виктория Мельник, Щелковское телевидение.